Доброе утро, дорогие друзья, о погоде в городе Барнеаполь. Сегодня у нас минус 13 градусов, в Барнеаполе как в Неаполе, светит солнышко. Правда, солнышко не видать здесь, но ничего страшного. Минус 13, немного ветрено. Сегодня 7 января, Рождество. Пользуясь случаем, я поздравляю всех, кто смотрит погоду на моем канале и в Инстаграме. С Рождеством желаю здоровья, счастья и исполнения всех желаний. Дорогие друзья, хочется пожелать вам крепкого сибирского здоровья и пусть Господь хранит вас. Всего вам доброго!